Покажи нам, пожалуйста, если тебе не трудно. Рулик. Можешь, если тебе не трудно, покажи. Матвею показать, мы не понимаем. Нет, так это зачем? Они сами сходят. Спереди ты, наверное, на удочку уже сажал. Ну, это на удочку. Так, а слушай, так вот здесь на цепи на хвосте, что ли? Тогда можно за 620 купить, если столько? Нет. Есть вообще 1500 рублей, если еще можно. А это тоже хороший мерзун. Тоже дорогая. Я вижу. Дорогая. Надо испытание это сделать. Там такие прикольные человечки. А что, дома в ванной? Да, в ванной. Настоящая удочка, что ли? А? Что такое? Настоящая удочка? Карпинг. Вобля. Или глобус. Что такое? Это рыбина, которая ныряет. Там на 2, на 1.5, на 3, есть на 5 метров. Если ты уже цепит точку, он тройничек нет. Все есть. А у меня все плёжут. Так леска, как тебе идти? Леска, я же на плетню, туда прям едет, туда вниз. Ну, обратно, раз, вместе с этим. Так, ну, которые делили. Ну, я отшил о том, сколько...